Привет! Теперь ты первокурсник! А значит, перед тобой открывается куча новых возможностей. Но главное понять, что подходит тебе больше всего. Мы расскажем тебе плюсы и минусы того, чем можно заняться в университете. Быть старостой. Это бесценный опыт организации вашей группы. Ребят, может быть, день группы замутим? Есть что, я организую. О, ну еще организуешь, конечно, здорово. Но это же не я разбил унитаз. Можете вернуть паспорт, пожалуйста? Пропустить первую пару. Получать стипендию. Стипендия – это бесценный опыт самостоятельного планирования бюджета. Работать на первом курсе. Всем работодателям нужен опыт работы. Получая его с первого курса, вы повышаете свои шансы на успешную карьеру. Короче, у Сергея Пименова сегодня туса. Ты с нами? У меня работа. Не могу, работа. О, ты на пару идешь? Привод отмечает. Ну, знаете, ребят, меня шеф тоже отмечает. Я же рабочий человек. Знакомиться на первом курсе. Ну, вообще, я на первом курсе учусь. Да, они попросили взять справку, что я учусь на первом курсе. Быть волонтером. Быть волонтером значит быть в семье близких по духу людей. Бескорыстная помощь людям, новый опыт и интересные знакомства. Все это ждет вас, если вы станете волонтером. У волонтерства нет минусов. Волонтерство – это отважная миссия по улучшению мира вокруг нас. Продолжать школьные отношения. Проверенные временем чувства станут вашей опорой и поддержкой в новых условиях и новом окружении. Стать КВНщиком. Благодаря КВНу ты всегда сможешь привлечь внимание девушек. Никогда не слышал, чтобы теорему так рассказывали. Придете в следующий раз. I woke up this morning, tied my boots up, 'cause I knew it was gonna be a long night.